Совсем недавно меня судьба свела с одним замечательным человеком. И год назад меня пригласили выступить в одну прекрасную страну. Предложили спеть дуэтом. Если вы видели, как я радовался и прыгал, можно сказать, до потолка, когда я узнал, с кем я буду петь. И сегодня она приехала ко мне в гости в Кремлевский дворец на мой сольный концерт. Народная артистка Казахской ССР, заслуженная артистка Кыргызстана и Узбекистана, потрясающей красоты женщина Роза Рымбаева. Любят. Я думаю, ты и почаще будешь к нам приезжать. У тебя замечательный голос, какой репертуар. Так что я очень за тебя рада, за сегодняшний твой большой, самый ответственный концерт. И спасибо за приглашение. Спасибо. Любовь настала там, как утром настает. Она одна во мне не плачет и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя
волшебство. Роза Рымбаева.